Конец года, как всегда, был богат на события, особенно в спортивном мире, где проходит множество турниров. Подводятся итоги, определяются лауреаты, и каждое мероприятие, каждый турнир был ярким, запоминающимся, неповторимым. Но даже в этой череде уникальных предновогодних событий выделяется торжественный вечер «40 лет вместе», который принимал Дворец культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода в честь юбилея специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужно-Полесье». Конечно, мы сделали очень много, и я могу сказать, что по многим показателям наше учреждение показывает такие результаты, достижения и показатели, они являются лучшими в стране. Я могу даже немножко их акцентировать внимание на этом. Отделение волейбола у нас по эффективности по работе одно из лучших в стране среди девочек. Гребная база, которую мы модернизировали буквально где-то больше 20 лет, и на сегодня она, если взять именно своими силами, хозспособом, который модернизирована, благоустроена, она тоже одна из лучших в стране. Мы, наверное, единственная школа в стране, которая имеет, выделяет, устанавливает нашим учащимся воспитанникам именные стипендии. Я думаю, что мы, точно единственная школа в стране, которая имеет за такой период такое взаимодействие, сотрудничество с предприятием. А предприятие, которое нас поддерживает на протяжении 40 лет, это, конечно, наш Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Действительно, без поддержки завода не было бы Сдюшор Жемчужно-Полесья, а, следовательно, не было бы у отечественного спорта довольно значимых достижений, которые пришлись на долю одного из лучших спортивных центров нашей страны, учредителем которой является первичная профсоюзная организация Мозырского НПЗ Белхимпрофсоюза. Сегодня спортивная школа Жемчужно-Полесья по праву считается одной из лучших в Республике Беларусь, гордостью Мозырского района, неоднократно подтверждая это звание. В настоящее время функционируют 4 отделения, воспитанники которых показывают достойный, высокий результат не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Воспитанники школы становились неоднократно призерами мира и Европы. Все это благодаря дружному, сплоченному коллективу, который своим упорством, своим трудом добивается вот таких вот высоких результатов. Поэтому сегодня я хочу выразить слова благодарности всем работникам школы, и пожелать, конечно же, дальнейшего развития, никогда не останавливаться на достигнутом, достигать новых высот, побед, новых вершин и новых рекордов. Мастер спорта международного класса, призер европейского первенства Станислав Шафаренко, гордость отделения греко-римской борьбы. Мастер спорта международного класса Татьяна Трофимова-Серий, маяк для жемчужных волейболисток. Заслуженные мастера спорта и пятикратные чемпионы мира Дмитрий Рябченко и Денис Горожа, вершина достижения отделения гребли на байдарках и каноэ. А представитель этого же отделения – заслуженный тренер Республики Беларусь Владимир Александрович Рыбак, 20 лет трудившийся на благо жемчужного спорта. Начиналась вот гребная база. Два вагончика таких бытовки, было двухэтажное здание в аварийном состоянии без отопления. И эллинги для хранения лодки, такой типа большой длинный сарай. За это время основной спонсор наш нефтеперерабатывающий завод оказал помощь нам. Потихоньку построили хозспособом, заказывали. Сделали сейчас достойные условия для занятий. Отделение карате самое молодое, и там есть успехи. Пока на республиканской арене, но не сомневаемся, со временем жемчужные каратисты выйдут и на татами самых престижных международных состязаний. Начался новый виток, новый отсчет. Что можно пожелать своей семье, своим родным, близким в этот Новый год? Да еще если у этих родных и близких день рождения. И такая замечательная дата – 40 лет. Счастья, долголетия, благополучия, благосостояния, замечательных, хороших и верных друзей, помощников, единомышленников. И обязательно, чтобы все-все-все заветное получалось. Даже если что-то не получается, знаешь, это пройдет, завтра наступит новый день, и начнешь с новыми силами дальше. Счастья всем нам. Торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею Сдюшор Жемчужно-Полесья, состоялось накануне Нового года, и здесь было все. Добрые слова, дружеское общение и, конечно же, награждение от учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси». Благодарности уже знакомому нам Владимиру Александровичу Рыбаку и первой волейбольной жемчужно-наставнице Надежде Васильевне Рудаковской. Почетные грамоты от Гомельского областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси, опытным тренерам по гребле на байдарках каноэ Рамиль Ибрагимовичу Минадарову, по греко-римской борьбе Николаю Васильевичу Тройникову, рабочему по комплексу
комплексному обслуживанию зданий и сооружений Александру Александровичу Шляге, а также Жанне Леонидовне Хомутовской, сотруднице охраны СДЮШОР «Жемчужина Полесья», одной из лучших спортивных школ Республики Беларусь.